Okay, then there is another more difficult, not really difficult, but it's still another problem. So we have a line which is bisector, and there is another line which is called median. Probably you know what is median. So if we have a triangle ABC, and want to create a median. So what is this? Кто знает, что такое медиан? Скажите. Надо провести медианы. В треугольнике. В треугольнике это линия, соединяющая вершину с серединой и противоположной стороны. Середина, ну, противоположная, противоположная сторона. So we have a triangle, we have a line, a vertex. We have a middle point of the other, of the opposite side, and this line is median. And there is a theorem that median is less than the arithmetic mean, the two sides between. Есть, если мы приведем две стороны, которые вот, ну, в том числе с той же вершиной, выходят две стороны медиана. И вот медиана, которая, если возьмем среднее арифметическое этих сторон, с полусуммой, то медиана будет не длиннее. То есть если ну, на этой картинке она вообще, ну, видно, что она обе стороны на самом деле длиннее, чем медиана, но это не обязательно. Медиана может быть длиннее, чем одна из сторон. То есть какой-нибудь такой треугольник. Вот у него есть медиана. Она довольно длинная. А эта сторона короткая. Но тем не менее она не больше полусуммы этих двух сторон. So somebody already knows how to do this. So who knows how wide it's true? Or we can write it different way, 2am twice am is less than ab plus ac. Можно, сейчас. Я хочу. Понятно, в чем состоит условие. Вот у нас есть стратегия. So we can find our 2am geometrically on the picture. We just consider the line. That seems a little more straight. So this is the line, and we use the same thing. Можно нарисовать вот так вот, чтобы были уже вертикальные углы. Ну, вертикальные углы и так. So we just extend our median on the same length and connect this point with B and C. So AM, that's right, AM is equal to MN, and just by construction, по построению, мы так выбрали точку M, что она продолжает медиан. Да, это вот 2АМ, то есть 2АМ, про которые нам нужно доказать, есть просто AN. So we know that we need to prove that AN is smaller than AB, thus AC. Мы можем сказать, что BN равняется AC, потому что это вертикальные углы. Ну, не углы, мы должны сказать, что... Потому что это равно углу. Так, сначала мы должны сказать, если мы хотим полностью сказать, что... Как мы доказываем равенство? Поскольку M это медиана, то BM равняется MC. Теперь в этом мы уже знаем, что в этом четырехугольнике диагональ делится пополам, поэтому вот эта сторона равна этой стороне. So since this are equal and this are vertical angles,
So this triangle is not the same. So this AC is equal to BN. BN is equal to AC. Yeah. And the final argument. Now we apply triangle inequality. Мы применяем неравенство треугольника to ABN. АН меньше либо равно АП плюс БН. This is triangle inequality for ABN. And BN is equal to AC. So this is equal to AB plus AC. So we get what we wanted, that the median is less than the middle of the arithmetic mean of среднее физическое выявление. Okay, so here the crucial point was actually to guess that we should construct this L. Если мы просто смотрим на эту медиану L, то совершенно непонятно, что с ней делать. Надо ключевой момент, что мы догадались, что нужно это 2L представить себе геометрически, что нужно еще продолжить. Прямо найти в жизни вот, это 2L реально. После этого это становится уже ясно, что.